Здравствуйте, меня зовут Никита, я алкоголик. Для меня видеосъемка – это, наверное, больше хобби, чем заработок. Я занимаюсь видеосъемкой, наверное, для души, нежели для денег. А курс записался из любопытства. С Андреем, наверное, я нашел в Андрее какие-то точки, в чем мы похожи, и это сыграло такую решающую роль. Себя помню с самого детства, когда у меня появилась первая камера, с тех пор, наверное, в любительском порядке этим и занимаюсь. Я считаю, что рынок таких услуг на данный момент очень, во-первых, востребован, во-вторых, он свободен. То есть нет людей, которые занимаются такими вещами, как интервью. И я считаю, что это эффективная реклама и достаточно дорогостоящая услуга, как услуга, предоставленная профессионалам, правильно сделанная услуга. По сути, получается, что 90% этой же информации знал я, ее просто систематизировали, собрали в документ, у меня в голове упорядочили, и для меня как бы было открытие, почему я сам, лично я, этим раньше не занялся, не собрал в голове у себя конструкцию из тех знаний, которые мне предоставил Андрей. Спасибо ему большое. Полезен, наверное, будет всем, даже тем, кто много что знает из того, что преподает Андрей. Я даже не могу сказать, что он будет полезен даже тем, кто не будет заниматься интервью как заработком, интервью как основным своим занятием. Почему? Потому что большой спектр информации дает Андрей, это и по настройке камеры. Я вот для себя даже открыл, что если бы я этот курс просто так случайно где-нибудь зацепил когда-то давно, когда я не был знаком ни с системными камерами, ни с зеркалками, я бы, наверное, был очень рад такой большой кладези систематизированной информации. Могу порекомендовать, наверное, всем, особенно новичкам, если кто-то вообще начинает работать с видео, с камерами, в перспективе планирует работать с людьми в кадре, общаться с ними, да и вообще, наверное, всем, кто хочет зарабатывать на видеосъемке. Я думаю, что это будет полезно, это не так дорого стоит. Я вот понимаю, что на перспективу те деньги, которые я отдал за курс, наверное, окупились у меня уже на данный момент. Еще курс даже не закончился, они уже окупились. А сколько это принесет в будущем, это простая арифметическая прогрессия. Это очень легко подсчитать. Андрею и его команде вместе с его проектами желаю расти, не останавливаться на достигнутом. Я думаю, что это благое дело – учить людей, передавать свой опыт. Желаю, чтобы они собирали как можно больше народу, продвигались. И, наконец-таки, он исполнил свою мечту. Я думаю, что мы с ним как раз нашел точку соприкосновения. Это в любви к путешествиям. Я думаю, что он, наконец-таки, исполнит свою мечту, создаст проект, связанный с путешествиями, с походами, со всякими адвенчурами.